Ира, у тебя молодой человек есть? Да? Ну, понятно. А не рано? Наташ, ты вообще куда смотришь? Оль, ей 17 лет, это ее жизнь. Какие могут быть вопросы? Ну вот моя дочка, она такая умничка, она точно таким занимается. Учится, на разные кружки ходит, маме дома помогает. У нее мозги только поступлением в университет забиты. Представляете, уже у подружки третий день ночует, к экзаменам готовится. Какая примерная девочка. Ира, ты чего? А ты чего смеешься? Завидуешь? Да вот дело в том, что подружку вашей дочери Стас зовут. И она от него беременна. Вся школа будет об этом. Я сейчас не поняла, это шутка какая-то? Ну, розыгрыш? Просто нужно за дочерью иногда следить, а не только ее успехами хвастаться.